Салам алейкум! Вот такие вот козлы по городу гуляют, бородатые. А да здоровья вам! Вышла с больницы, магазин, и заблудилась. Идут по таким вот улочкам, закоулочкам. Спросить некого. Так, буду ориентироваться по деревьям. По-моему, я здесь проходила. Да, эти цветочки я здесь видела. Говорят, это новый поселок Еркебе. Спрашиваю прохожих. Знают название улицы, а название района не знают. Это вот улица Шуринская. Еще раз, если здесь окажусь, то точно не вспомню. Все здесь так запутанно. Такие большие замки. Загороженные высокими заборами. Узкие улочки. Да по ним еще не только люди идут, и машины проезжают. Интересное здание. Со шпилями на крыше. Здесь вот такое вот разветвление. Интересные здесь постройки. Сами дагестанцы и в горах тоже так строят. Близко друг к другу дома расположены. Крыша одного человека может служить двором для другого жителя. Так и здесь. Здесь вот абрикосы цветут. Ветер. А здесь вот сирень цветет. Не верится. Шла я, шла, шла, шла. Наконец нашла свой дом. Язык такие вода ведет.